17 декабря Рязанская областная дума приняла закон об областном бюджете на 2016 год. По сравнению с первым чтением, в документ внесли одну существенную поправку. Предусмотрели 2,5 миллиона рублей на индексацию регионального материнского капитала. Средства изыскали за счет сокращения расходов на обслуживание госдолга. И это программа на третьего и последующих детей. И надо отметить, что ежегодно у нас увеличивается количество рожденных детей. И это очень радует. То есть такая положительная тенденция у нас в области отмечается. Отметим, что бюджет впервые в истории региона будет бездефицитным. Доходы и расходы составят около 40,5 миллиардов рублей. В главном финансовом документе региона на 2016 год также предусмотрены более 7 миллиардов рублей дотаций федерального уровня. В течение года эта сумма должна увеличиться. Предел госдолга на конец следующего года установили на отметке 27 миллиардов рублей. В этом году область впервые за 5 лет приняла однолетний бюджет вместо 3-летнего. Вы совершенно правильно заметили, голосование было единогласным, потому что заседание фракции, предварительная работа, взаимодействие с правительством, публичные слушания – все это привело к нашему сегодняшнему итогу. Положительному. В ходе заседания было отмечено, что бюджет на 2016 год сохраняет свою социальную направленность. Доля социальных расходов составит 74%, наиболее важные из которых определены указами президента Российской Федерации. Подготовка главного документа региона велась в условиях новых экономических реалий, для которых характерно замедление темпов роста собственных доходов бюджетов всех уровней.